Друзья, сегодня уже 15-й день. Наверное, многим тяжело. Но я верю, что это важно пройти определенный путь. Путь, который необходим для каждого из нас. Просто это часть нашего посвящения, и это нужно для нас. Там мы смиряем свою плоть, а также мы смиряемся перед очень сильной рукой Божией. Я понимаю, что во время карантина это очень тяжелая рука Господня на многих из нас. В наших семьях, детьми, на работе, в бизнесе. Но молитва очень важна. Пост – это одна часть, а молитва – это та часть, которую Господь дал для нас как орудие общения с Ним. И когда мы имеем любовь между собой, и послание Рав Шаула Каласина говорится: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего вас к участию и наследие святых во свете». Когда мы во свете, когда мы находим во свете, тогда Господь открывает нам многие вопросы и ситуации, которые касаются нашей жизни в первую очередь. И когда мы рассуждаем над этим, мы проходим этот путь, этот шуву, покаяние, это продолжительное состояние, когда мы говорим перед Богом наши чувства. И здесь интересную часть Рав Шаул даже пишет чуть выше: «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись признанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Ха-ха. Вот когда мы молимся, открываются небесные врата, и мы говорим: «Царь славы, зайди в мою жизнь и дай мне премудрость духовную и премудрость даже то, чтобы понимать, что происходит в мире». Потому что мудрость плотская, она бесовская, а мудрость, которая приходит от Бога, дает нам откровение, как проходить этот путь во время карантина.